Так, сегодня у нас 14 августа 2018 год, Харьков, 9:28 по Киеву, улица Чернышевского. Украинские, польские флаги, по-украински написано. На этом месте было областное управление НКВД. Его внутренняя тюрьма. Весной 1940 года решением высшей власти Советского Союза НКВД тут были убиты 3809 офицеров войска польского с лагеря Старобельске и почти 500 польских граждан, гражданских, я так понимаю, привезенных из других тюрем НКВД. Вечная память. Украинский народ и семьи с Польши. 2008 год. Да, кладбище это, где похоронены эти люди, возле пятихаток. Сейчас там мемориал жертвам репрессий. По-моему, так. А, жертвам тоталитаризма, вот как это называется. Почему не просто польским военным? Потому как там похоронено много людей, расстрелянных еще в 37-м. Чернышевского 21. Да, история там, конечно, вполне себе для кинофильма. Когда в 60-х годах начали местные жители там с пятихаток, дети находить в лесу всякие предметы, остатки тел. И как потом с этим разбирались, собирались химией это все залить, уничтожить. Да так, видно, руки не дошли до 91-го. Ладно.